Мирно, братья и сестры, всех вас приветствую, поздравляю с праздником Церкви Христовой, крещение на новообращенное. Благословит, мы попросим Господа благословения на этот день. Отец Небесный, поклоняемся перед Тобой и возносим Тебе сердечную благодарность, что Ты подарил нам этот прекрасный день, где мы сошлись на сие место, предвелище Твое. Мы желаем, Господи, чтобы Ты присутствовал с нами и просим Тебя, чтобы Ты присутствовал. Чтобы Ты благословил, Господи, это служение от начала до конца. Благослови моих братьев и сестер, те, которые в свое время обратились к Тебе с покаянием, а сегодня они желают заключить завет с Тобой посредством святого водного крещения. Ты каждый по отдельности благослови и Господи. Меня наименьше Ты также благослови и помоги совершить это служение по воле Твоей. Благослови все служение от начала до конца. Прославься Ты, Господи, в нас и через нас, и мы за все будем славить Тебя, Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Мы сейчас, братья и сестры, всем вместе в общем пением прославим Господа. Псалом номер исходнику, 97-й московский и 139-й песнь Возрождения. 97-й московский и 139-й песнь Возрождения. Боже, славим мы Тебя и хваление приносим. Вечный песнь поет Тебе и сердца к Тебе возносим, преклонившись пред Тобой, величаем Царь Благой.
читать Матфея, 28 глава, 18 по 20 стих. «И приближившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. И так идите, научите все народы до скончения века. Аминь». Аминь. Кому есть место, пожалуйста, присядьте. «Так и нам ходить обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветки наши лик распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвым для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Итак, мы видим, что крещение Господь предусмотрел, чтобы мы совершали водное крещение. И именно погружением, так мы видим, что было, когда Филипп преподавал крещение, то он сказал, что вот вода, что препятствует нам креститься. И оба вошли Евнух и Филипп в воду, и там преподал крещение Филипп Евнуху. И так мы видим, что это прообраз, вода это прообраз тому, что те, которые будут креститься, они погружаются в эту воду. Это говорит о том, что прежняя ихняя жизнь, какая бы она ни была, греховная, она хоронится в этой воде. Она сокрыта. И когда мы выходим из воды, это символизирует, что мы воскресаем для новой жизни. Освети ее. И поможи, чтобы в этой воде наши братья и сестры заключили завет с тобою. Благослови, Господи, крещаемых, благослови меня, наимеющего раба Твоего, поможи совершить это по воле Твоей, мы за все будем славить Тебя, вечного Бога. Аминь. Пожалуйста. Дорогая сестра, веришь ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он простил тебе все грехи? Да. Обещаешься ли Богу служить доброй совести? Да. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Дорогая сестра, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Да. Веришь, что Он простил тебе все грехи твои? Да. Обещаешься ли Ему служить доброй совести всю твою жизнь? Да. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогая сестра, веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий? Ты веришь, что Он простил тебе все грехи твои? Да. Обещаешься ты сегодня служить Богу доброй совести всю твою жизнь? Обещаю. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Дорогая сестра, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он простил тебе грехи? Да. Обещаешься служить Богу доброй совести? На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогая сестра, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он простил тебе все грехи твои? Да. Обещайся сегодня служить Богу доброй совести всю твою жизнь. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сын Божий. Ты веришь, что Он простил тебе все грехи твои? Да. Ты обещаешься сегодня перед Богом служить доброй совестью всю твою жизнь? Обещаю. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сестра, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он простил тебе все грехи твои? Да. Обещаешься сегодня перед Богом, перед дьяволом, что ты будешь служить всю свою жизнь доброй совести? Обещаю. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогая сестра, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он простил тебе грехи? Да. Обещаешься служить Богу доброй совести всю твою жизнь? Обещаю.
На основании веры Твоей крещу Тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Дорогая сестра, веришь, что Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он просил тебя руки? Да. Ты обещаешься служить Богу доброй совести? Обещаю. На основании веры Твоей крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Дорогая сестра, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Верю. Ты веришь, что Он простил все твои грехи? Верю. Обещаешься служить Богу доброй совести всю вашу жизнь? Да. На основании веры Твоей крещу Тебя, сестра, во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Дорогая сестра, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Ты веришь ли, что Христос простил тебе все грехи твои? Обещаешься служить Богу доброй совести? Обещаю. На основании веры Твоей крещу Тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Дорогой брат, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он простил тебе все грехи твои? Да. Обещаешься служить Богу доброй совести всю твою жизнь? Обещаю. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Дорогой брат, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он простил тебе все твои грехи? Да. Обещаешься сегодня служить Богу доброй совести всю твою жизнь? Обещаю. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Дорогой брат, веришь, что Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он простил все твои грехи? Да. Обещаешься сегодня служить Богу доброй совести всю твою жизнь? Да. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Всю твою жизнь, дорогой брат. Да. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Дорогой брат, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он простил тебе все грехи твои? Нет. Обещаешься сегодня служить Богу доброй совести всю твою жизнь? Обещаю. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Ты веришь, что Он простил тебе все грехи твои? Да. И обещаешься сегодня служить Богу доброй совести всю твою жизнь? Обещаю. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Что Христос есть Сын Божий? Ты веришь, что Он простил тебе все грехи твои? Да. Обещаешься сегодня служить Богу доброй совести всю твою жизнь? Да, обещаюсь. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Дорогой брат, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Верю. Ты веришь, что Он простил тебе все твои грехи? Верю. Обещаешься сегодня перед небом, перед всем народом служить Богу доброй совести всю твою жизнь? Обещаю. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Дорогой брат, веришь ли, что Христос есть Сын Божий? Да. Ты веришь, что Он тебе простил все твои грехи? Да. Ты обещаешься сегодня служить Богу доброй совести всю твою жизнь? Обещаю. На основании веры твоей крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Наш Спаситель Иисус Христос, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Твоя рука не прекратилась, чтобы спасать. И сегодня Ты даровал, Господи, нам эту радость, что наши братья и сестры сегодня заключили завет с Тобою. Ты слышал, Господи, их обещания перед Тобою. Они обещали служить Тебе доброй совестью всю свою жизнь. Благодарим Тебя, Господь, за помощь, которую Ты оказал нам в этом служении. Прошу Тебя, чтобы Ты и на даче нас благословил. И мы за все будем славить Тебя, Отца и Сына Святого Духа. Аминь. И наших там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал,
Иоанн крестил крещением покаянием, говоря людям, что вы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Аминь. Садитесь, братья и сестры, мы из возможности. Вот это изменить свое положение, изменить свою жизнь. И вот они слышали проповедь Иоанна, они крестились в этой, после этого крещения в покаяние. Но Духа Святого они, братья и сестры, не знали. То есть они не знали о благодати Христовой. Они не знали о том, что Дух Святой через возложение рук, как это делалось апостолами, исходит на всех тех, которым заключают, которые крестятся. Итак, мы видим, братья и сестры, что эти люди, слышавшие, они имели намерение изменить жизнь свою. И мы видим, что вот эта религия, как можно выразить, или вот свое убеждение, это просто-напросто есть борьба. Борьба с тем, чтобы все же изменить, чтобы как-то изменить жизнь, чтобы было это к лучшему. Но, братья и сестры, истинного христианства без Духа Святого это нет. Когда Дух Святой руководит, когда Дух Святой направляет, тогда это верно и истина. И мы видим, братья, что даже если когда человек осознает свои ошибки, даже если он раскаивается и принимает решение изменить жизнь, от себя того, на братьев, которые заключили завет с тобою через святое Божье крещение, крести их духом для дальнейшей их жизни, чтобы они вели новую жизнь и достигли вечности. Да прославится имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господь наш и Бог наш на земле, во всех постигших искушениях Ты даруй силы, даруй им полную победу, силой Духа Святого все побеждать и остаться верными Тебе до конца, чтобы получить венец вечной жизни. Аминь. Аминь. Отец Небесный, я прошу Тебя, чтобы Ты излил Духа Святого на моих сестер, которые заключили завет с Тобой через Святое Божье крещение. Помоги, чтобы Дух Твой Святой путеводил всю их жизнь, Господи. Я прошу Тебя, утверди их пути следования за Тобою. И если они пустят в пути какие трудности, препятствия, искушения, испытания, Господь, дай, чтобы они могли силы Твоей, с помощью Твоей, все предоставляю сердцем решение, предоставляю Твоем обещанием служить в нашем Господе. All right.
церкви горят цветы. Это очень прекрасно. У нас такие исследования на то, что вам изгадывают цветы. Наш христианский путь устроен не цветами, а шипами. Поэтому сегодня их поздравляю, что Господь благословит. Все эти цветы символизируют, что праведник цветет как пальма. Цветы – это украшение нашей христианской жизни, и поэтому мы должны следовать за нашим Господом и Иисусом Христом, так как Господь желает этого. Сейчас только славит Господа, займите все места после пения.
Спасибо.